ограниченными физическими возможностями, они себя наконец-то могут почувствовать. Вот знаете, вот как когда мы были еще в детстве, каждая из нас мечтала быть моделью, не знаю, мечтала быть в каком-то центре внимания, актрисой. Наконец-то эта мечта сбылась, да? Следующий дизайнер Наталья Анри. К моему огромному сожалению, в нашей горячо любимой стране проблемы финансовые не только у инвалидов, а у огромного количества людей населения. Но я имела в виду, что, может быть, это будут льготные программы, которые будут предоставлять скидку на одежду для подобных клиентов.